Наггетсы могут быть полезными и подходят они даже для малышей. Потребуется куриное филе, яйца, панировочные сухари, мука, специи и соль. Мясо нарезаем на полоски. В виде палочек дети охотнее съедят курицу. Взбиваем яйца, добавляем соль и любимые приправы. У нас итальянские травы. Куриные полоски будем по очереди обмакивать в яичную смесь, потом немного в муку и затем в сухари. Мясо выкладываем на смазанный маслом противень и отправляем в духовку запекать при температуре 190 градусов, примерно 20 минут. Здесь главное изучить особенности духовки, чтобы не пересушить наггетсы. Если любите корочку, то в конце приготовления воспользуйтесь режимом гриль. Можно пробовать. Дети обожают необычную подачу, и такое мясо точно будет съедено.